повышается. Дорогие дети, очень приятно, что вы нас сегодня пригласили к себе. Спасибо за приглашение огромное. Очень тепло у вас, как всегда. Мы не первый раз уже у вас. Но сегодня особенно красиво, праздник такой. Ну, к сожалению, там карантин и все дела, что вы на Новый год, наверное, не соберетесь, да, так как сейчас все. Но, тем не менее, Новый год у вас впереди. Я вам желаю всем, чтобы вас обязательно посетил Дед Мороз. Он существует. Если не верите, можете моего ребенка спросить, она вам подтвердит. Вот. Чтобы он к вам обязательно пришел, чтобы он принес вам те подарки, которые вы хотите. Ну и потом Рождество, это уже будет следующий год, следующие праздники. Вам желаю добра, мира. Ну, я думаю, все дети мечтают о чем-то, маленькие, о чем-то более мелком, более взрослые, о чем-то уже более таком серьезном. Вот. Пусть ваши мечты все сбываются обязательно. И надеюсь, не последний раз мы с вами встречаемся. И ну, еще в будущем, я думаю, вы будете приглашать нас на свои праздники, мы вас на свои какие-то мероприятия. Вот. Вам огромное спасибо, что вы нас не забываете. Мы тоже вас не забываем. Вот. Поэтому спасибо за приглашение. Все молодцы. Спасибо.